Привет, друзья! Вы на канале Мини Макс. И сегодня у нас финал Магнуса. Ну что, принес? Да, давай кубок. Забирай. Спасибо. Теперь пойду к другому торговцу. О, ты достал кубок? Да, давай меняться. Держи. Посмотрим. Ничего себе! Это новая форма. Какая красивая. Такая блестящая и золотая. Ты такой красивый, Ферзь. Спасибо. Пойду наверх по этому мостику. Впереди нас ждет что-то интересное. Если честно, я немного боюсь Вориуса. Вы правы, бояться не стоит. Идем. Смело вперед. Что за этими воротами? Здесь мы еще не были. Ну что, идем дальше? Вот сюда мы шли так долго. Ну что ж, вперед. Ничего себе местечко. Тут я еще не был. Судя по всему, нужно идти наверх. Тут все такое необычное. Интересно, кто ждет нас впереди? Сейчас узнаем. Здесь мне не пройти. Конь, нужна твоя помощь. Иго-го. Опа. Опа. Опа! Вот сюда! Опа! Вот так! Вот сюда! Иго-го! Опа! Опа! Вот сюда! Вот так! Опа! Вот сюда! Когда у игрока, чья очередь хода, нет возможных ходов и его король не под шахом, это называется пат. Пат заканчивает партию в ничью. Ну ничего себе, я и не знал. Иго-го. Опа. Вот сюда. Вот так. Опа. Иго-го. Давай дальше я. Что же ждет нас впереди? Мы так долго сюда добирались. Смело вперед, друзья. Смело вперед. А кто это у нас здесь? Вориус! Вот он, добрался! Вам меня не победить! Даже не пробуйте! А мы попробуем. На помощь, ребята! Спешим на помощь! Мы с тобой! Мы пришли! Будем сражаться! Вот она, ребята! Наша финальная битва! В атаку! Мы очень долго к ней шли. Набирались опыта. Помните все, чему вы научились за это время. Хорошо, король! И чему вы научились, ребята? Самое главное... Понимаю! Действовать разумно, осторожно и в команде. Вот это правильно, пешка. С таким настроем мы точно победим Вориуса. Никуда он от нас не денется. Стоять! Ребята, но все-таки будем осторожны. Впервые мы сражаемся с полной командой противника. Сейчас у Белого Короля, как и у нас, все 16 фигур. Хорошо, поймаем осторожнее. Осторожно, вражеский слон близко. Я постараюсь пройти. Молодец, слон. Поймаю. Ой, на нас напали. У нас потери. Я его заберу. В атаку. Иди сюда. Ой. Молодец, ладья. Разменяли пешку на слона. Стоять, ой, атакую. Ой! Молодец, пешка! Так держать! В атаку! Осторожнее, ребята! Скоро мы выведем свои фигуры. И нанесем удар по этому королю. Нужно хорошенько подумать. Слон, ты не можешь побить пешку. Пусть пойдет наша пешка. Слушаюсь! В атаку! Постараюсь сместиться вот сюда! Хорошая позиция. Атакую. Ой-ой. Тебе угрожает ферзь. Я его сам заберу. Ой. Ничего себе, слон. Иго-го. Ой. Ну ничего, он успел забрать ферзя. Это очень важно. Он большой молодец. Все наши фигуры молодцы. Ферзь, ты хочешь атаковать? Я пока думаю, король. Если я заберу вот эту пешку... Не подставлюсь ли я под удар? Не подставлюсь.
атакую. Ой! Иго-го! Нельзя спешить. Сейчас нужно очень хорошо подумать. У меня есть много вариантов для ходов. Но нельзя ошибаться. Если я ошибусь, это может привести к поражению в битве. Пожалуй, стоит забрать коня внизу. Ой! Это правильный ход. Ты большой молодец, ферзь. Спасибо, король. А теперь рискнем. Ой-ой-ой! Ферзь сделал ему шах! Ничего себе! Попробую забрать вражескую ладью. Она уязвима. Давай, ферзь! У тебя все получится! Ой! Молодец, молодец! Теперь я могу атаковать слона. Ой! Вот что значит ферзь. В одиночку справляется с противником. Теперь я могу забрать коня. Ой! Ребята, ваша помощь, видимо, не понадобится. Атакую ладью. Ой! Вот это ферзь! Да ты настоящий герой! Ладья, не перехваливай меня. Ой! Я просто делаю свою работу. Нам важна победа. Это правильно. Победа нам очень нужна. Победим этого короля и узнаем, кто такой Вориус. Попробую помочь. Ой-ой-ой! Ты поставил ему шах! Молодец! Шах это хорошо, но что лучше, король? Лучше мат! Правильно. В атаку! Сейчас мы поставим ему мат. Иго-го, мне пойти? Нет, подожди. Я отправлюсь на помощь ферзю. Стоять! И как раз кстати. Нужно сделать ему мат. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо уйти. Сейчас все будет. Давайте, ребята, мы за вас болеем. Ой-ой-ой. Снова шах? Вот пристал. Давайте, давайте. Ловите этого негодника. Подождите, я тоже хочу помочь. В атаку, ой. Я знаю, как поставить мат. Молодцы, ребята! Ой-ой-ой. Вы справились! Ой-ой-ой-ой. Это наша победа! Ой-ой. Победа всей нашей команды! Ой! И у нас кубок! Мы столько всего прошли на своем пути и добрались до самого конца! Ну что, готов узнать секрет? Да, я готов! Вориус — это злой близнец Магнуса! Ничего себе, ребята! Вот кто все это затеял и строил козни Черному Королю. Теперь мы разобрались в этом. Позади осталось столько интересных уровней, столько битв и событий. Да! И мы победили! Ю-ху! Да! Мы справились! Мы смогли! Да, ребята! Мы молодцы! Мы молодцы! Наконец-то! Ура! Я вами горжусь! Ребята, я очень надеюсь, что вам понравилось прохождение Магнуса. Подписывайтесь на канал и не пропустите много нового и интересного. Если понравилось, не забудь поставить лайк и подписаться на канал Minimax, а также нажать колокольчик.